Всем привет! Меня зовут Ксюша. Меня зовут Ника. Сегодня мы будем снимать Кэндилок. Эти кукол с длинными волосами разноцветные. Похожи на вату. Что в пакетике положи? Я не знаю, я ножницы возьму. А, вытаскивай. Так, есть. Так, распутываем. О, вау! Покажи, что это. Куколка. Она такая маленькая, волосы длинные. Какие цвета у волос? Покажи, что там. Розовые и голубые. Камешки. А у тебя, Ксюш, что в пакетиках? Так, я еще не натянула. Еще. Доставай. Сердечко. Куколка. Покажи. Так, помоги, пожалуйста. Да смотри, в трубочке еще пакетики, Ксюш, да, доставай. Трубочки, что ж это есть? Это давайте вот это уберем. Резиночка. Его заколочка, заколка. Еще один заколочка. И резиночка. Такая вот инструкция. Инструкция тоже, да? Инструкция, это что? О, вот это их должно быть много. Их целая серия. Да, их целая серия. Покажи заколочку. Так, да. Класс. Ксюша, у тебя какие заколочки? Мама, у меня какая-то есть вот так. Какая-то там заколочка, но у меня все равно не есть. Вот попалась вот такая куколка. Вот на боли вот такие заколочки себе. Можно причесочки завязывать. Вот и щеки. Вот их есть. Вот их разные может быть. Класс. Можно. Ксюша, у тебя какая куколка покопаешь? Вот такая коричневая с синими ботиночками, голубая платьичка. А в наборе что было? Вот такая заколочка. Резинка не намерена. Такая зеленая резинка и такая сердечка за полку. Класс. Можно я заклею эту косичку? Конечно. Хорошие волосы, мам. Для тех, кто учится плести, очень удобно будет. Да, удобно. Это хорошо. А ну, Никуля, покажи. Класс. И резиночкой. А? Класс, Ксюх. Тебе еще надо будет потренироваться. Помоги мне, пожалуйста. Тут у них такие крепкие пакетики. Даже мне не пытаются. Покажи, Никуля, что у тебя получилось. Какая красота. А еще мы приготовили бантики, которые можно тоже прицепить. Да. Вот такой. Вау! Класс. Ксения, что там у тебя? Тоже камешки? Да.
цветочек. Сердечко. Красиво. Есть еще? Крыжочек. Будешь цеплять на волосы? Да. Давай. И осталось украсить только бантиками. Я уже украшена. Вот такая она. Беленькая. Покажите. Класс. Ксюша, твоя покажи. Очень красиво. А в следующем видео будем снимать про игрушки. Рэпаус! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик.